Не говори, зато норм. Так убирают улицы. Все, можно пройти. Ага. Отлично. Тут мы пришли в вот так она выглядит. Стиральное самообслуживание Звезд Экспресс. Стоит 5 евро, 6 евро, в зависимости от килограмма. 12 килограмм 5 евро, 12 килограмм 6 евро. Там дальше сушки стоят 4 евро, 2 евро, тоже в зависимости от килограмма. Стирка занимает где-то минут 15, ой, простите, минут 30. Сушка занимает 20 минут, 30 минут, 40 минут, в зависимости от количества вещей от килограмма. Все, хорошо входит в стоимость. Мы в китайском ресторане, прикреплю потом его местоположение. Вот так он выглядит, очень чисто, очень-очень чисто. Посмотрим, как еда. Пока ждем. Ну все, да. На меня глаза подними просто. Обалдеть.
по-прежнему гуляем по Мадриду. А впереди такая красота. Мы спустились вниз по Гран-Виа. Много вам будет, да. Слева от меня университет. Вот такое фундаментальное здание. Очень красивое. Парковая зона. А здесь просто нечто. Красота, красота. Но мы сюда придем еще дополнительно. Погуляем, поснимаем. Пока так. Найбегу, прохладно, вечер уже. Не так жарко. Посмотрите, какая красота. Очень красивый, чистый город. Великолепный. Эмоции зашкаливают. Обалдеть. Yeah.